Всем привет, с вами SivPro, и сегодня я покажу вам, как вылечить зомби-жителя в Майнкрафте Pocket Edition. Ну, для этого нам понадобится сам зомби-житель. Так, вот так он выглядит, если кто не видел. И зелье слабости. После того, как мы взяли, мы кидаем зелье слабости в него и берем золотое яблочко. И так, получается не золотое яблочко, сейчас я перепутал, берем обычное яблочко. И удерживаем на этом жителе. И он начнет издавать некие звуки. И вместо таких серых этих появится красный эффект от него. И если присмотреться, то он будет трястись. Вот. Через несколько минут он потом вылечится. Вот, вам придется подождать несколько минут, и потом он, сразу вылечится, да. Вот. Ну, вот такой маленький способ, точнее, я делал это видео для тех, кто, может, не знал, так что это очень сложно, вот. Вот, что еще сказать. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.